В современной племенной промышленности содержание жира в кормах становится все более высоким. Однако это сложный процесс пищеварения жира с тремя этапами. Эмульгирование, адиполиз и абсорбация. В том процессе желчные кислоты играют важную роль во всем процессе. Шаг первый. Эмульгирование. В качестве эндогенного натурального эмульгатора желчные кислоты имеют особую структуру в сочетании с гидрофильными элементами и липофильными элементами. Один из них может закрепить в воду, а другой в жир. Таким образом, жир эмульгируется в маленькие капельки, что увеличивает большие площадки контакта с липазой. Шаг второй. Адиполиз. Подходящее число значения pH для липазы составляет 8-9. Но значение pH в тонком кишечнике составляет всего 6-7. При этом липаза не работает. Липаза может активироваться желчными кислотами, когда они объединяются вместе. Желчные кислоты могут открывать его колпачок и выпускать каталитические элементы. Тем временем изменяется структура липазы, которая может позволить капельным жирам контактировать с катализом, чтобы гидролизовать жирные кислоты, глицерин и многоглицерин. Шаг третий. Абсорбация. Жирная кислота с короткой цепью ACFA будет абсорбирована непосредственно. И жирная кислота с длинной цепью LCFA может быть абсорбирована только после объединения с хиломикроном, CM, желчными кислотами и фосфолипидом. В качестве одного носителя желчные кислоты могут помогать жирным кислотам проходить через систему идентификации эпителиальной клетки кишечника, а затем переходить в кровоток, чтобы закончить процесс абсорбации. В то же время желчные кислоты будут отделяться от объединения и братны печень через портальную вену, а затем проникать в кишечник снова секретируемыми желчными кислотами, чтобы закончить энтерогепатическую циркуляцию. Это возвращение желчной кислоты будет способствовать секреции желчи. Большое количество желчи может вымыть эндотоксин и микотоксин из-за использования антибиотиков и нетрадиционных кормов. Более того, добавление желчных кислот может эффективно высвободить тяжелое бремя печени. Поэтому они играют важную роль в защите здоровья печени и желчного пузыря. Как самый профессиональный производитель в Китае, желчные кислоты Lachenz были одобрены в качестве одного из новых кормовых добавок и заслужили хорошую репутацию клиентов в стране и за рубежом. Желчные кислоты – одно идеальное решение для абсорбации жирных кислот.